Привет, друзья! Продолжаю тему под названием «Интересные системы», в этот раз про Малайзию. В Малайзии очень интересная система правления. Систему правления Малайзии не могу назвать ни монархическим, ни республиканским, потому что ни тому, ни другому не относится эта система. Это своеобразная система. Сейчас постараюсь объяснить вам, как там правят страной. Малайзия состоит из 13 регионов, и 9 из этих 13 регионов власть передается наследственным путем. Значит так, 9 из 13 регионов Малайзии – монархическая система правления. А как выбирают главу самой Малайзии? Каждые 5 лет эти 9 монархов выбирают главу государства, президента Малайзии. Там нет президента, там глава государства называется, верховная глава государства. И каждые 5 лет эти 9 монархов среди своих выбирает главу Малайзии. Вот так. Пока. Благодарю вам.